Наш центр – это итог кропотливой работы огромного количества неравнодушных людей. Я прошу вас сейчас поаплодировать им и сказать большое спасибо. Появление такого первого центра, где будет оказываться помощь тем пациентам, которые находятся в вегетативном состоянии после дорожно-транспортных происшествий, это действительно луч надежды, наверное, для его близких. На сегодняшний момент мы обязаны сделать для этих людей, для этих близких, все для того, чтобы облегчить их жизнь. И то, что это действительно инициатива неравнодушных людей, что этот центр открывается не на бюджетные деньги, а действительно на деньги компании, на частные пожертвования, показывает тоже степень взросления общества, что мы понимаем, что кому-то тяжелее, чем нам, что кому-то надо действительно наша помощь. В таком тесном взаимоотношении Министерства здравоохранения, государства и общества мы будем шаг за шагом идти навстречу нашим пациентам в решении их проблем. Вопрос дорожно-транспортных происшествий, он серьезно и постоянно стоит на повестке работы Министерства. Мы сегодня разрабатываем концепцию обеспечения безопасности совместно с МВД и ряд других вопросов. У нас есть серьезные подвижки по сокращению количества ДТП, сокращению количества смертельных случаев, но вместе с тем, к сожалению, мир еще не придумал такого способа, чтобы избежать полностью всех этих последствий. Поэтому со своей стороны хочу отметить, что, безусловно, мы будем и дальше прилагать все усилия, разрабатывать мероприятия, чтобы минимизировать количество, минимизировать тяжесть последствий, развивая при этом инфраструктуру и создавая условия для невозникновения, минимизации данных ситуаций. Мы постарались, благодаря тому, что огромное количество неравнодушных, создать комфортные условия для их выздоровления. Даже если мы вернем какое-то количество к полноценной жизни, это будет не просто достижение, а огромная победа. Я хочу еще раз сказать огромное спасибо каждому из здесь присутствующих. Ведь наше богатство, как я сказал вначале, это люди. Это именно вы. Неравнодушные люди с большим сердцем и открытой душой. Бережьте вашу красную ленту.